8 вересня буде, до речі, важлива подія для України і в цілому, можливо, для світу. Буде засідання в форматі Рамштайн в Німеччині. Очікується дуже багато, десятки світових лідерів, міністрів оборони. Як це може вплинути на Путіна? Тому що знаємо, там основна тема – це Україна, це війна в Україні. Тому що знаємо, що Путін часто не дуже реагує на такі зустрічі. Він може там збільшити кількість ракет на Україну чи зробити якусь чергову провокацію. Що, як може відреагувати Путін от на таку подію, яка буде завтра? Ну, и, скорее всего, российские официальные лица заявят, что, мол, не надо нас пугать, мы все о вас и так знали, что это вы начали конфликт, что вы готовы воевать до последнего украинца. И главное, что будут говорить, что идет конфронтация не с Украиной, а с коллективным Западом. Это очень важный пункт российской пропаганды. Он будет, мне кажется, занимать все более центральное место, потому что ну, проиграть Западу или свести в ничью с Западом не так позорно, как, понимаете, проиграть Украине. Вот. Поэтому будет говорить, это вот то, как будет подавать все это пропаганда. Но на самом деле все это воспринимается с тревогой. С тревогой, потому что, несмотря на давление, газовое давление, энергетическое давление России, Евросоюз не отказывается от поддержки Украины, НАТО, точнее, не отказывается от поддержки Украины. Понятно, что первую скрипку играют Соединенные Штаты и Великобритания, тоже активный протагонист этого курса. Вот это очень Кремль напрягает, что, несмотря на все усилия, не удается вот эту коалицию поддержки, альянс, проукраинский альянс расколоть. Хотя, в общем, понятно, что немцы и французы, и итальянцы особого восторга от поддержки Украины не испытывают. Это мы знаем. И тем паче, что экономическая ситуация, я имею в виду, в плане энергоносителя, она скверная. Она скверная, и это создает серьезные проблемы экономические, бытовые. Но я знаю, что альянс будет придерживаться того курса, который он уже определил. И более того, масштабы помощи Украине, скорее всего, увеличатся, усилятся. То есть альянс, скорее всего, продемонстрирует нерушимость этого курса. Для России это очень плохо, для Кремля очень плохо, если так, чрезвычайно плохо. Як оцінюєте зараз контрнаступ українських сил на Херсон? Чи думали ви, чи маєте якісь прогнози, можливо, за скільки часу це може вдатись? І наскільки ви вірите по тій інформації, які бачите, що це буде найближчі терміни і успішно? Перед тим, як ви скажете відповідь, я нагадаю, що це YouTube-канал «Фабрика новин». Попрошу підписатись, поставити лайк, дзвіночок і не пропустіть все найголовніше. Будь ласка, відповідайте. Да, ну вообще этого ожидали, наступление ожидали. Было понятно, что оно рано или поздно случится, и даже сроки назывались, писано там, к августу, конец августа или начало сентября. В этом смысле ничего неожиданного, наверное, не было. Ну хотя, кто знает, говорят, что для ряда российских военачальников это оказалось таким же неожиданным, как снег в Москве. Да, вот всегда в Москве снег почему-то неожиданно для наших коммунальных служб выпадает. А что касается оценки контрнаступления, что такое контрнаступление, да, как мы это видим, это не просто военное мероприятие, это попытка перехватить инициативу, потому что Россия владела инициативой, владела. Она не могла ее реализовать, но она не могла добиться стратегического прорыва, но она владела инициативой. Попытка Украины перехватить инициативу. Насколько эта попытка успешна? Та информация, которую, допустим, я лично располагаю, говорит о том, что Украина добилась ряда тактических успехов. Тактических, пока даже не оперативных. Ну, будут ли эти успехи развиваться, я тоже не знаю. Это, я думаю, вы тоже не знаете. Я там понимаю ваши желания и желания украинцев, да, чтобы этот успех был развит. Но что твердо мы знаем, в чем мы не сомневаемся, что каковы были ни были итоги этого наступления, может быть, они будут частичные, я не думаю, что они окажутся грандиозными, будет потом все равно новое наступление. Это абсолютно неизбежно. И об этом в Кремле тоже хорошо знают и готовятся к обороне, ну, там, те территории, которые называют в России новыми территориями, а там заливается бетон, так это на профессиональном жаргоне, и строится линия обороны. Нет сомнений, что
будут новые наступления. И Украина будет предпринимать попытку за попыткой для того, чтобы перехватить стратегическую инициативу и добиться стратегического перелома. Каков будет результат этих попыток, мы не знаем. Но если Украина получит благодаря Западу техническое превосходство, что весьма вероятно, что она его получит в ближайшие месяцы, и плюс получит вот эти тысячи людей, солдат, которые сейчас проходят переподготовку, в частности, в Великобритании, ну, российская армия будет очень несладкая, безусловно, так. Это очевидно.